С вами Кот Ёлка, и это обзор на то, что в косметике у моей мамы. Чек. Первое, это что у нас на взгляд бросается, это вот такая вот тень, могу даже открыть. Не надо. Ладно, вот такая вот тень, здесь яркие цвета и темные. Какая-то... Ой. В общем, вот такие вот тени. Давайте вот это теперь. Какая-то в черном тюбике вот такая вот штука. Это, наверное, тоже тени какие-то. Пишите в комментариях, что это такое. А мы не знаем, но давай подкроем. Давай. То это тоже тени, да, какие-то, это... но они, к сожалению, закрыты. Они от группы Redwig. Понятно. Следующее, что у нас на глаза бросается, это тональный крем. А если сокращенно, это тоналка. Вот такая она. Красивая. Ну зачем она? Вот вопрос. Так, следующее. Следующее, ну давайте лак. Лак у нас лак красный от группы Reach. Это очень дорогой лак. Он стоит где-то 10 или 15 тысяч. Рублей. Да. Да, вот у меня сейчас появился вопрос, зачем маме лак, если она не красит ногти? Сама. Не знаю, давайте откроем. Самая дешевая резинка, наверное. Которая моя. Давайте следующую. Это тени. Это тень или тоналка? Это тень. Зачем? У меня вопрос, зачем с нами столько теней? Огромных. Это кисточка, чтобы размывать тени. Огромная кисть. Пилочка для ногтей. Без нее никак. Надо попилить ногти. Это степлер для ногтей. Чик-чик. От группы то же самое. Redwig. Самые дорогие. Они стоят где-то 40-50 тысяч. Да, Маш? Ага. Следующее. Вот. Это что? Давай. Это тоже для глаз. Для давай бровей. Подписчикам покажем. Давай. Это... Я забыла, как эта штука называется, но это для бровей. Это как-то. Краска для бровей. Да. Черная. Следующее. Еще одна краска, походу, для бровей. И это да. Верный ответ. Интересно. От группы Watch. Зачем маме там отвертка? Следующее, это вот... Это подстригалка для ногтей. Вот такая вот маленькая. Ну, зато хорошая. Это... Лупа. Маленькая. Ну, зато хорошая, наверное. Следующая. Вот такая вот кисточка для бровей. А нет, крышки нету? И расческа нету. От группы Popchick. Следующая, давайте вот это. Это блеск для губ или бальзам для губ. Вау. Красиво прозрачный. Следующая, ну давай вот это. Это карандаш для глаз. Чтобы не для глаз, а для бровей. Для бровей, да. И последнее, самое интересное. Это помада. Что? Давайте откроем, посмотрим. Вау. Она такая яркая, красная. Да, и пахнет красиво, очень вкусно. Жалко, что вы не чувствуете. Да. И, кстати, моя подруга живет в Тюмени. И все, до свидания.